Ситуацию на юго-востоке Украины обсудили руководители российского МИДа и госсекретарь США. Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщается, Сергей Лавров и Джон Керри считают неприемлемым использование силы для решения проблемы. Обсуждалась возможность организации переговоров представителей России, Украины, США и Евросоюза. Также Джон Керри заверил Сергея Лаврова, что в Вашингтоне проверили информацию об участии сотрудников американской компании Greystone в событиях на юго-востоке Украины. По словам госсекретаря, подтверждения этому не нашли. Напомню, в понедельник приходили сообщения, что в Донбасс для подавления протестов переброшены наемники частной военной компании США. По некоторым данным, они были одеты в форму отряда спецназначения МВД Украины «Сокол».